Мы, команда христианского социального центра «Новое время», трудимся уже 6 лет, чтобы о Божьих принципах и ценностях, а также о Его любви и спасении узнало как можно больше людей. Нашего потенциального здания, которое мы хотели бы купить. Два года последние мы молились, и Бог положил нам на сердце вот это помещение. Мы пришли, мы договаривались, и это помещение находится в самом центре левой части города Киева. Здесь будет вскоре строиться огромный бизнес-квартал, здесь будут строиться жилые дома, здесь будет большое количество людей, живущих. И на расстоянии 1,5-2 километров нет ни одной вообще церкви. И на сегодняшний день вот эта территория, это три больших административных здания, общей площадью больше, чем 1500 метров. Это зал почти на 300 человек и еще огромная свободная территория, на которой можно построить зал около 1000 человек. И все это вместе Господь действительно сейчас дает возможность нам иметь. И вот сейчас это здание, вся эта территория, все это принадлежит христианскому университету, но они приняли решение продолжать свою деятельность в другой локации, на другом месте. И они приняли такое вот решение дать нам возможность или право беспроцентной рассрочки на 7 лет для приобретения всего этого здания. Наших пожертвований, которые мы собираем в нашей церкви, мы покрываем примерно 55-60% на размер ежегодного взноса, который нам необходимо будет вносить все 7 лет. Но размер первого взноса составляет 200 тысяч долларов. Примерно 40% этой суммы у нас уже есть. Но вот здесь нам необходима помощь, и мы обращаемся, если у вас есть такое на сердце, если есть желание помочь нам именно в этом первом взносе, его необходимо сделать до 1 февраля 2018 года, то есть осталось буквально несколько месяцев. Мы будем очень признательны и очень благодарны. Итак, 1 февраля 2018 года будет это срок первой оплаты, которую необходимо внести первый взнос. И, друзья, мы уже готовимся к этому, но сразу хочу сказать, у нас есть уже план о том, что здесь будет функционировать. На сегодняшний день это более 30 социальных проектов, которые уже функционируют в нашей церкви. Часть из них вы уже видели. Но в первую очередь мы хотим запустить здесь детский садик дневного типа для детей, которые страдают от синдрома Дауна, ДЦП и задержка психического развития. У нас есть потрясающий проект «Любящее сердце», который уже этим занимается. Также здесь будет, видите, здесь есть футбольное и волейбольное поле, на которых будут проходить спортивные секции и многое-многое другое. Поэтому, если ваше сердце открыто, и у вас есть желание поддержать нас в этом действительно благом деле, мы будем очень признательны вам, и пусть действительно Господь благословляет вас, и всегда рады видеть будем вас здесь, принимать в самом сердце Украины, в городе Киеве. Пусть Господь благословит вас, друзья.